的现在你老弟还是谁还能传给他们吗？Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Жених, вот, он идет. Собирайтесь и скорее идите. Сара, Ханна, он идет. Он идет. Жених, поспешите, он идет. Пожалуйста, дайте нам вашего масла. Наши светильники гаснут. Нет, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите к продающим и купите себе. Давайте вернемся за маслом. Ищите везде. Если что-нибудь найдете, скажите мне. Нашла, нашла! Господи, Господи, отвори нам, пожалуйста! Пожалуйста! Отвори нам! Отвори! Отвори! Истинно говорю вам, не знаю вас.
И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий.